Так, что-то у меня с сонетом. Да, какая-то фигня. Полнейшая вообще. Да, ребят, один поток, наверное, только будет, потому что что-то интернет... Ну, и туда дропы дает. Что-то под вечер, видимо, какие-то проблемы. Да, не будет потока на Woodgame, короче, только Twitch. У меня отвалился. Видимо, один из каналов провайдера, поэтому что-то все плохо. Так, ладно, все, поехали. Всем привет, ребят, еще раз. Решил я на сон грядущий немножко побегать в Райден. Погонять его тут. Так, надо вспоминать, где мы закончили. Закончили мы практически... Сейчас я вспомню, где мы закончили. А, нас пытал Оцелот. Флэшбэк к первой части игры. Ё-моё. Джойстик упал. Что это было? Жуть. Да, я собрался отдыхать, но не смог, к сожалению. Поэтому давайте поиграем немножко в МГС. Так, 18 часов 20 минут пройдено. Хард... Арсенал Джир Стомач. Ну, мы находимся в его недрах. В недрах Арсенал Гир. Так, поехали, загружаем все, ребят. Ну, GTA 5 на сегодня все. На сегодня закончился точно. Так, по-моему, сейчас... А, Райден освободили. Ну да, он поговорил с Роуз, насколько я помню. Нам надо искать вещи наши. Так, где наши вещи? Черт бы их побрал. Ой. Сейчас, ребят, дайте я осмотрюсь. Давайте осмотримся, потому что... Просто-таки флешбэк первой части. Так, здесь у нас... Медицин. Выходим. Ну, да, в неглиже находится персонаж. Надо посмотреть. Так, узел. Лутаем узел. Сейчас нам будет карта доступна. Друзья, для тех, кто не смотрел сначала, наверное, не будет понятно ровным счетом ничего. Поэтому есть и воды, и есть предыдущие стримы, которые будут на YouTube. Потока на ГГ нет, да, потому что его нет. Потому что интернет как-то ведет себя не совсем адекватно, я бы сказал. Так, а стрим-то вообще идет? Сейчас... Nexus, почему GTA не продолжена? Потому что на сегодня надо заканчивать уже с GTA. Да, работает все. Так, стрим. Стрим работает, да. Один поток будет, да. У меня с интернетом что-то не так. Он отвалился сразу после стрима. Прям сразу. Упал и все. Да, есть. Вакарин, все есть. Ребят, только Twitch, к сожалению. Долго стрим идти будет. Ну, я думаю, часик полтора-два я постримлю. Так, надо искать вещи. Где они? Где же они? Тут закрыто? Тут закрыто. Так, пойдем туда. Попали мы сюда по воле... Так, Arsenal Gear Джиджуном. Так, нам звонят по кодеку. Давайте переводить начну. Все, ребят. Только хардкор, только перевод. Райден, продолжай свою миссию. Полковник, я потерял все свое снаряжение. Мне нужно найти Снейка. Он никогда не был фактом симуляции. Забудь о нем. Я немного добьюсь голы. Мне... Так, надо адаптироваться, ребят. Это верно. Ты не можешь атаковать их, повиснув на руках. Надеюсь, моя вещь у Снейка. Райден, устрани Солидуса и его людей. Ты должен вернуть арсенал... Целым и невредимым. Полковник, вы получаете приказы от патриотов, твоя роль
То есть твоя миссия проникнуть внутрь и нейтрализовать террористов. Моя роль? Почему вы так говорите? Почему бы и нет? Это похоже на ролевую игру. Дело в том, что ты играешь свою роль, и я ожидаю от тебя отличного представления. Полковник, мне только что вспомнилась одна вещь. Да. Мы с вами никогда не встречались лично. Ни разу. Заверши свою миссию. В соответствии с симуляцией. Полковник, кто вы? Больше никаких вопросов. До этого есть Розмари. Что все это значит? Конец связи. Так, здесь, похоже, ребят, все совсем непросто. Такое ощущение, что полковник — это уже не полковник, а может быть, он никогда им и не был. Я напомню, что это мое первое прохождение. Так, а это что такое? Похоже, это Metal Gear. Metal Gear Ray. Production Model. Ага. Вот на что. Так, этого надо либо обойти, либо я не знаю, что с ним сделать. В Deus Ex, да, конечно, играл. Конечно. Кардиолог, привет. Так, давайте, наверное, с этим господином мы... Сейчас посмотрим его тайминг, как он ходит туда-сюда. У меня нет чем его снять абсолютно. М9 нету. Поэтому ну его нафиг. Нам наверх, наверное. Давайте я осмотрюсь. Да, пойдем наверх, пожалуй. Сейчас он отойдет и пойдем. Простите за такой внешний вид, друзья. Вещи забрали. Я думаю, не стоит выскакивать. Будет очень подозрительно. Опять звонок. Кто там опять? Опять этот полковник непонятный. Ну, что-то он странный вообще какой-то. Райден, чего? Выключи консоль, что вы сказали? Миссия провалена. Отключи питание сейчас. Как... Он мне говорит, что такое? Не волнуйся, это игра. Это игра, как обычно. Ты испортишь себе зрение, сидя близко к экрану. Да о чем вы говорите? Райден, кое-что случилось со мной в прошлый четверг. Мне оставалось поехать пару миль до дома, когда я заметил свечащийся оранжевый объект в небе. Неожиданный свет окружил меня, и когда я пришел в себя, я был уже дома. Как ты думаешь, что произошло? Что... Ладно, забудь. Что за бред? Так, стоп. Что вообще происходит? Я что-то ничего не понимаю. Ты играешь в эту игру слишком долго? Ты вообще слишком много играешь в игры? Да что с ними со всеми? Они что-то там с ума посходили, что ли? Какие игры? Ну, это понятно, что... Чё-то у Коджимы, короче, тут... Он тоже, наверное, в GTA переиграл. Да, я тоже так думал, Георс. Зеро, как я вылез из оков? Привет, они просто открылись. Ольга помогла. Да что там? Им это что, игрушка, что ли? Infiltrate. Outer Heaven. Так, это первая часть. Да, это самая-самая, Metal Gear, самая-самая первая часть. Которая еще на... Ой, простудился, ё-моё. Чихать начал. Голый стоит, поэтому чихать начал. Ёпара, с этого уходим, короче. Так, все заново. Все плохо. Короче, нефига стоять его слушать, надо бежать было, ребят. Сейчас заново начну. Ну, какой-то бред происходит просто. Чат упал, F5 не помогло. Да, да, работает чат, ребят. Первая часть умела. Это не умеет. Первая часть, да. Психомантис умел сканиться ее. Так, неловкий момент. Мне положили кверху причинным местом. Так, это мы уже слышали. Сокращаем. И давайте, наверное, пойдем вот до конца этого коридора дойдем. Так, это мы уже все слышали. Психомантис, да, был такой энкаунтер, действительно, он умел сканировать.
Напротив еще один сейчас будет. До куда он доходит? Нам бы... Хотя, стоп, подождите, почему под нами? Не симуляция ли это все? Обратите внимание, под нами характерная сеточка. Такое ощущение, как будто это грид какой-то. Очень похоже. Ничего такого не было, успокойся. Так, как этого обойти? Иди проверяй, да. Кодек услышал, что ли? Блин, увидели. А куда идти-то вообще? Что-то полностью потерялся. Так, ребят. Вообще непонятно, куда идти. У нас нет снаряжения, мы голые абсолютно. Куча охраны. Дошли до конца коридора, ничего нет. Так, я понял, все понятно. Почему Empire? Потому что я стример Empire. Вот. Поэтому вот такая приписка есть. Так, давайте-ка я еще раз все изучу. Непонятно, куда идти. Это мы уже слышали все. Абсолютно все это слышали уже. Так, а Мэдисон там неспроста лежит. Ребят, точно неспроста лежит Мэдисон. Однозначно надо будет с помощью него лечиться. В общем, если заболеем, если Райден начнет чихать, то надо будет подлечиться с помощью лекарства. Это наверняка было все запланировано здесь. Послушаем, что нам еще скажут. Metal Gear Destroy. Ничего вообще связано. Он, похоже, с ума сошел. Либо это совсем не наш. Так, рацион здесь. Он на втором этаже ходит. Нам, к сожалению, ничего не остается, как просто вот тупить тут. Огромное количество охраны, непонятно куда идти, и лестница второй этаж одна, но она круговая, то есть ничего не изменяется. Ой. Кажется, нас запалили только что. Причем запалил он сверху, он увидел. Ну сейчас он пойдет посмотрит, я думаю, ничего страшного. Так, опять. Что там? Ничего не понимаю вообще, не могу переводить. Бред какой-то. Я не уверен, что это вообще на английском. Набор слов. Так, он ничего не заподозрил, ушел. Ладно, пускай идет. Да не-не, ему холодно однозначно, конечно. Он заболеет. Рано или поздно заболеет. Но у нас есть таблетка, чтобы он перестал чихать, если нас запалят здесь. Очень люблю концовку. Привет, Уильям, привет, да. Ребят, всем здравствуйте, кто только присоединился. Трансляция, да, только одна, потому что у меня что-то с интернетом не так, ребят. Не знаю, не уверен, что с ним. Нет, он не киборг пока, Сиртекс. Он пока не киборг. Ага, есть что-то, что я хочу сказать, что я просто не могу. А. Да ладно. Он говорит, что Розмари изменяла нам. Он видел, как парень выходил из ее комнаты. Что-то бред какой-то вообще. Пытается нас сагрить. Ну, по-моему, это какой-то киборг просто, либо компьютер. Не знаю. И ничего не происходит абсолютно. Наверху камеры, другие солдаты. Сказал, что наша девушка нам изменяла. Якобы у нее была интимная связь с каким-то другим мужчиной.
В общем, ничего хорошего. Опять тот названивает. Это же он наверняка. Опять бредятину несет. Так, а с другой стороны что? Не, наверх если пойдем, там точно как бы... Ну тут куча-куча Metal Gear'ов стоят. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Надо подниматься, видимо, выше. Опять звонят. Да что такое? President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Да ладно, это все из первой. Это из первой части. У него, похоже, что-то в голове замкнуло. Он говорит, что президент Бейкер идет. Да, это все. Не из этой части игры. Лол. Интеллектуальная атака на мозг 100%. Ага, Уильям, вот это спойлер. Ничего себе. Ты, кстати, молодец. Ну ладно. То есть, полковник на самом деле не полковник. Но я, в принципе, догадался уже. Ну, все понятно. Видимо, так работает вирус, да. А полковник получает приказы от патриотов, как Райден и сказал. Даже у моего терпения есть пределы. Я не могу просто так оставить это тебе. Не могу. Вот и все. Без боя не сдамся. Все понятно. Ну, то есть, полковник это, видимо, совсем не полковник. Блин. Ты надо просто стоять и слушать, что ли, этот бред? Я отсюда никуда не могу уйти. Абсолютно никуда. Я не знаю, ребят, сколько он будет продолжаться, честно. Вопрос. Я также нахожусь в неведении, как и вы, кто не играл. Но кто играл, наверное, знает. Я прохожу игру первый раз, не знаю. Опять звонит. Да что ж такое? Спасти Мерил. Вернуть Джинолу. Вильям, я не скипал кодек. Я помню, что мы заразили его. Я же перевожу все разговоры по кодеку. Я ни одного кодека за игру не скипнул. Но только если я переигрывал. Не злись. Так, не наверх. Ладно, понятно. Наверх так наверх. Пойдем наверх. Меня запалили опять. Сейчас поищем наверху вещи, да, может быть. Полковник не заткнется. Ну, значит, пойдем наверх. Так, это какой разговор? А, это второй. У него опять бред начался. У него снова начался бред. Да похоже на то. Нет, скорее всего, это просто компьютерная программа, которая сошла с ума. Ну так и есть. Другого рационального объяснения нет.
Так, на втором этаже патрули ходят как-то симфазно, по-моему. Надо изучить как. А там вроде пока никого нет. Там камера еще есть одна. Сейчас вот с этим вот разберемся, как он ходит. Пускай валит. Никого там нет, успокойся. Так, где мы оказались? На втором этаже. Там камера. И там дверь. Туда нам? О, там камера все видит. Так, а как она поворачивается? Вижу. Охрана ходит. Охрана здесь нас не видит за ящиком. Опять звонит. Как же ты замучил, а? Он отсюда не уйдет? Так, этот оттуда не уходит. Но можно дойти до того ящика, спрятаться там. Попробовать снять охрану. Так, а здесь кто ходит? Сейчас посмотрим, пойдем в самый конец. Так, там ходит другой охранник. Он патрулирует весь мост. Да я стараюсь бегать, я уже понял, что замерзну и заболею. Да хватит названивать. Замучил уже. Да, он уже повторяется. Заблокирую его номер. Есть мнение, что я там не пройду так просто. Хотя... Голый мужик бегает тут. Сесть. Отходит он, нет? Отходит. Пошел, Райден, давай. Лол. Вот это бугага. Купи ему новый телефон, это сошел с ума. Так, опять названивает. Да прекрати уже. Опять то же самое. Но мы это уже слышали. Это бред. Бред полковника. Ого, там сзади что-то лежит. Надо быть внимательнее, друзья. Тут закрыто, рацион полутали. Хорошо. Вот это да. Вот этот поворот, да, Вол? Звонки только учащаются, ребят. Поток бреда тоже. Это мы уже слышали. Не пропускай звонки, скоро Роуз будет звонить. Ну, как бы Роуз пока что-то не звонит. Ой, кто это? Это не у меня. Что там было сверху? Подождите, вот... Только что я это видел. Место карты. Что это было? Вот
О, хорошее все. Хватит звонить. Вы сводите меня с ума просто этим. Jack, о, Джек, это я. Джек, я должна извиниться перед тобой. Если это связано с нашим последним разговором, то ты не должна извиняться. Нет, кое-что другое есть. В чем дело? Тот день, 2 года назад, это не было простым совпадением. Мне было прекрасно следить за тобой. Следить за мной? Да, приказ патриотов. Ты шпионил за мной. Полагаю. Хотя это плохое слово. Ты все еще там? Спать со мной тоже было частью твоей работы. Я влюбилась в тебя. Как вообще это может быть? Мне нет прощения за то, что я сделала. Я докладывала во всех подробностях о твоей личной жизни на протяжении 2 лет. Должно быть забавно. Но кое-чем никому не говорил. Например, о том, что я чувствую к тебе. Так вот, почему ты втянула меня во все это? Я должен был догадаться. Мне очень жаль. Я знаю, что поступало подло. Как бы там ни было, ты меня использовала. Я изменила внешность. Прическа, одежда, походка. Ты говорил, тебе нравится цвет моих волос. Но все это не было натуральным. Ты, должно быть, просто поковырялась в моем психологическом профиле. Это была моя работа. Отличное представление. Ты обвела меня вокруг пальца. То, что я действительно хотела, это чтобы ты увидел настоящий меня. Это было очень жестоко, играть в этот искусственный любовный роман. Чем больше ты любил меня, тем больше я страдала. Значит, все это было не настоящим. Это просто игра. Нереальность. О, Джек. Теперь я знаю, что чувствую себя лучше. Почему? Я любил и думал, что был любим кем-то. Я пытался быть тем, кем не являлся. Я не знаю, кто ты на самом деле. Та женщина, которую я знала, она не настоящая. Не та, с кем я сейчас разговариваю. Джек, я просто делала свою работу. Но я влюбилась. Это не было... не входило в план. Ты ожидаешь, что я поверю в это? Ладно. Если у тебя были причины, я понимаю. Но мне ничего не остается. Джек, что? Ого. Похоже, там что-то пошло не так. Она говорила что-то про то, что беременна. Роуз, что случилось? Да, там, короче, ребят, что-то пошло прям явно не так. Удивительно, как ты разгуливаешь. Snake. Вот так. Снейк. Давно ждешь? О, взрыва сзади не хватает. Это встреча. Он чихает. Где мое снаряжение? Вот здесь. Так, нормально, оделись. Все. Оделись. Так-то лучше. Так, он все нам вернул. Слушай, мне очень жаль, что пришлось использовать тебя как приманку для доступа в арсенал. Почему ты не рассказал мне об Ольге? Ты не спрашивал. Чем ты недоволен? Есть какой-нибудь эффект от того, что мы сделали? От вируса? Все еще ждем. Значит, его подменили патриоты? Похоже на то, что я не могу сказать точно. Арсенал направлялся к Манхэттену. На борту целый отряд из серийных моделей Рэй. Но мы это уже видели. Сколько штук? 25. 25? Да. Я не могу сказать, что мне доводилось встречаться со столькими Metal Gear. У нас ничего не выйдет. Мы справимся. Потому что другого выбора у нас просто нет. Как? Я припас ракеты для Стингера. А, да. Ольга просила передать тебе вот это. Что там такое? Что она просила передать? Это же меч, ребята. Вот он,
Райден первый раз берет в руки меч. Только это... Почему? Ольга сказала дать тебе это. Кроме того, не особо любитель клинков, да, ну понятное дело. Но это не High Frequency Blade, по ощущениям. Так. Вот так вот, ребята. Spin slash. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Даже пули может отражать. Так. А, переключается, смотрите, она не смертельная. Вот оно что. Так, выпад вперед. Так, смотрите, абсолютно весь наш арсенал тут у него. Ninja Gaiden Begins. Мы ничего не можем использовать абсолютно, кроме меча. А, нет, HF Blade, High Frequency Blade. Да, действительно, High Frequency, ребят. Вот это да. Каджима молодец. Че, он мечом-то не бьет? Да, тут огонь вообще. Нормально. Так вот, когда Райден первый раз взял руки в катану. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? Снейк, ты когда-нибудь получал удовольствие от убийства? О чем ты говоришь? Я сам не знаю. Иногда мне тяжело определить границу между реальностью и игрой. Сниженное чувство реальности, да? VR-тренинг добра не доводит. Нет. Это все боевой опыт моего детства. Я лгал, Снейк. У меня достаточно боевого опыта. Больше, чем я могу вспомнить. И это не VR. Райден, мы носим оружие не для того, чтобы сеять смерть. И мы здесь не оказываем услуги политикам. Тебе легко говорить, потому что ты... Герой, а я Джек-Потрошитель. Грязное напоминание об ужасной ошибке. Легенда ничего не значит. Так же, как и ты. Люди помнят только хорошее, правильное. Из того, что ты делаешь. Нет ничего хорошего в убийстве. Совершенно ничего. На этом имени себе не сделать. Тогда ради чего сражаться? Ради будущего. Ты можешь исправить ошибку. Что? Что я должен делать? Найди что-то, во что веришь. И когда найдешь это, верить во что? Это твоя проблема. Пойдем. Вот так вот. Найди что-то, во что верить. Опять тут названивает. Когда играть начнется уже. Давайте. Снейк, Райден, Атакон. С тобой все в порядке? Да, и с заложниками тоже. Это хорошая новость. Как у вас там все? Сейчас все нормально. Но... Что? Последний разговор с полковником был странный. Странный? Почему? Он был просто странный. Сам не понимаю. Перехват? Я не знаю. Где сейчас полковник? Я не знаю. Я не видел его никогда. Я попробую выяснить. Спасибо, буду признателен. Слушай, если есть что-то еще, чем я могу помочь, просто вызови меня по коду, куда дает нам частоту. 141.12. Так. Это Сайфер. Так, заметил Сайфер нас. Пам-пам. Воу-воу-воу-воу-воу.
Так. У меня катана есть где-то. Рассайфер за... А где катана-то? Вот катана. О, сколько там врагов. Ну, пускай их всех снег убьет. Так, пойдем нарезать. Несмертельный катана, ребят. Она же не смертельная, правильно? Сильно, синий, если. Там, по-моему, этот был рацион. Сейчас я поставлю рацион. И снова одену бронежилет. Да, сколько же здесь. Хорошо, что есть бронежилет, друзья. Еще рацион дал. Нет, это был не рацион, а что он нам дает, я не понял. А, вот рацион. Там еще сзади, по-моему, один валялся где-то. Да, два рациона, окей. Сам главное, чтобы Снейка не убили. Вот дали бы мне с самого начала этот меч, я бы всех покрошил бы. Снова рацион дал. Да, ему там тоже нелегко, кстати, приходится, на самом деле. Надо ему помогать. Ну, сколько у вас здесь, а? Сейчас Райден Снейка завалит. Его лечить-то можно хоть? Да ладно. Его убили. Как так? Снейк! Да уж. Так, сейчас разберемся. Так, непонятно, ребят, пока. Сейчас посмотрим. Сейчас я почитаю. А, я понял, все. Угу. Да не, ребята, их, скорее всего, перебить надо. Просто пробежать дверь тут не получится. Так. Достаем, наверное, катану. Может, их перебить просто из... У нас есть, в принципе, пистолет. М9, несмертельный. Давайте попробуем, может быть. А что-то не работает. А, не работает, работает на них. Сейчас уснут, уснут полюбас. Самое главное, Снейку не надо давать подставляться под удар. Может, так будет лучше, чем с мечом? Так, что-то никого нет. Во, я же говорил.
Так, пока тишина. Нет, все нормально. Ребят, если фризит, то качество попробуйте понизить. Все, опять пришли. Куда ты под пули-то лезешь, Снейк? Нафига ты это делаешь? Просто сиди за ящиками, я не знаю. Что ж ты такой странный-то? А его подлечить никак нельзя? Он там со своим М4 просто в атаку рвется. Именно так и надо. Мухолов, ну, значит так. Видишь, проблема была в БП. Ничего страшного. Чифтаки тоже хорош. На самом деле все ломается. Так, чав гранит есть, чав гранит. Может, чав гранит заюзать? Давай чавку кинем туда сейчас одну. Даже не одну, а две я кинул, да? А чё-то ничего не происходит. На них это не работает, походу. Снейк, только не вылезай никуда. А нет, там часть из них тупит, смотрите. Часть из них не работает. Армия суперсолдат вырубилась. На. Там последний, может, остался еще. Спать. Спать. Патронов почти нет, ребят. Я ничего не делаю, я пытаюсь тебя спасти. Там ничего сзади не бросил? Давайте посмотрим. Да вроде ничего нет. А просто Солос, было мнение, что они, ну, как бы, не совсем органические, скажем так. То, что под ними какие-то странные штуки появляются. Сейчас еще появится полюбас. Наверняка. Да, я ж говорил. Снейка надо дефить, потому что иначе никак. На себя агро брать, потому что у нас есть рацион, у него нет. Похоже, он нам свои отдает. Да ты сам подлечись, бро. Чё ты как-то ведёшься странно? Неужели это не продумали этот момент? Ты, конечно, легендарный герой, но не настолько, чтобы пули ловить головой. Ух ты ж. Сколько там их ещё? Будем танковать до последнего. Снейк, аккуратней. Ну-ка, давай туда. Все. Все. Так, может, пофармим их немножко? Сейчас. Он тебя просто троллит, да, походу. Сейчас немножко их пофармим. Чё-то ничего не падает.
Так, а здесь? Да, походу ничего не падает, реально. А Снейк с хп вообще беда. Кодзима на норме проходил, там Снейк как терминатор. Я не думаю. Так, что он не берет его? Давайте осмотримся, ребят. Так, снова Metal Gear, их 25 штук здесь. 25! Я надеюсь, не придется их убивать, там какая-нибудь суперракета будет, что-нибудь еще. Райден, насчет этого полковника. Я выяснил, где он. Внутри арсенал. Что? Я проверил все возможности. Но вернулся к варианту, что он здесь. Источник сигнала находится именно здесь. Он похож на искусственный... Ну да, искусственный интеллект. Черт, что это значит? Я думаю, это значит, что... Ты говорил с ИИ. Это невозможно. Полковник, по сути, не является... Он стимулирует части твоего мозга через сигнал, который управляет твоими наномашинами. Полковник — твое собственное сознание. Это бред. А может быть, это правда. Вирус начал действовать на базу данных. Ты думаешь, что все это иллюзия? Райден, Снейк, что происходит? Я не знаю. Я знаю только то, что ты стоишь сейчас прямо передо мной. Не иллюзия, плоть и кровь. Это вызов тебе. Ты можешь бросить его, если хочешь. Нет, я не могу этого сделать. Пойдем. Так. Вот так вот все. Непросто, ребят, да. Ай-яй-яй. Так, что-то я вот не успеваю сегодня как-то прямо переводить. Уже подустал, видимо. Путаюсь в словах. Практики не было давно. Райден, они схватили Роуз. Что? Роуз у них в руках. Это ловушка. На помощь, Роуз. Райден, возьми себя в руки. Но Снейк, это ловушка. Раз полковник не существует, он не может взять Роуз в заложницы. Капитан, да, ты прав. Конечно, я прав. А Роуз существует? Не будь таким... странным. Она твоя. Что если в реальности мы никогда не встречались? Что? Если полковник не является полковником, и я его придумал, не спеши с выводами. Только ты о таком утверждаешь, что полковник существует. Райден. Об этом и говорила Ольга. Так. Началась полнейшая вообще психоделия, ребят. Просто психоделика какая-то. Жесть. У кого-то едет крыша. Не знаю, у меня... Либо у Райдена, либо еще у кого-нибудь. Арчер, да, пока не ушел. Да, пока еще не ушел. Но я посижу еще чуть-чуть. Надеюсь, сегодня пройдем МГС-2. Да, я тоже надеюсь. Так, где мы оказались? Оказались в какой-то... Это шахта какая-то, ребят. Какая-то шахта. Так, я отойду водички попить, мужики, а то что-то я это... Снейк у нас отрегинил, все хорошо, сейчас приду. Давайте на паузу поставим пока. А, и запишемся. Запишемся. Вот здесь. Снейк только подхилился. А где Рост? Нет никого, ладно, понятно, давайте сохранимся просто. Хилится тайком. Так, сохранимся вот здесь. Сейвинг. Арсенал Джир Стомач. Желудок. Сигмоид Колон. Все понятно. Так, сейчас приду, ребят.